Всем привет, с вами Дэн Кичак. Помните, какой ажиотаж вызвал iPhone 5s? Первый телефон Apple со сканером отпечатка пальцев. Первый телефон Apple в новой расцветке золота. Первый телефон Apple с новым дизайном. Хотя нет, не с новым. Все мы знаем, что уже шестой год дизайн обычной пятерки никак не перестанет приносить много денег компании. Но сейчас не об этом. Сегодняшний герой iPhone 5s. Как вы думаете, хорошо ли он себя чувствует в 2018 году? Давайте разберемся. Начну я сразу же с ушатанного в слюне корпуса. И на удивление все боковые царапины появились из-за чехлов и бамперов. Хм, такой себе расклад, правда? Все кнопки работают, экран целый. Разве что пластиковый ободок, который установлен по всему периметру экрана, начал со временем трескаться. А точнее, с каждой попыткой вытащить телефон из очередного пластикового чехла. Несмотря на все внешние повреждения, дизайн у телефона удобный. По мне, так это вообще самый красивый iPhone с приятным монолитным корпусом из анодированного алюминия. Телефоном удобно пользоваться одной рукой. Но стоит обратить внимание, что тут установлен 4-дюймовый экран. И воспринимать контент с такого маленького экранчика не каждому по душе. Собственно, про экран. Он весьма качественный, цвета естественные, на солнце видимость хорошая. А ночью же минимальная яркость на вполне комфортном уровне. Тот же Night Shift работает без проблем. Пару слов про камеру и звук. Основная на 8 мегапикселей умеет снимать видео Full HD и замедленное видео 120 кадров в секунду в 720p. Фронтальная же камера умеет снимать видео в разрешении 720p, 30 кадров в секунду, но навряд ли это вам пригодится. И, пожалуй, она спокойно переплюнет многих китайцев этого года. Я даже знаю пару мобильных фотографов, которые до сих пор фотографируют на iPhone 5s. И даже я когда-то начинал фотографировать с 5s. Кстати, ссылка на мой Instagram есть в описании каждого ролика. Там я выкладываю фотографии, сделанные исключительно на смартфон. Подписывайтесь, каждому буду рад. И звук. Про качество звука в технике Apple многие знают не понаслышке. В наушниках звук превосходный, громкий и качественный. Та же история с внешним динамиком. Тут вопросов никаких. Теперь два самых важных критерия, по которым ты решишь, покупать такой смартфон сейчас или лучше не рисковать. Крутость заключается в том, что на старте продаж телефон стоил около 35 тысяч рублей. Сейчас же его можно найти от 5 тысяч рублей. Неважно, восстановленный или БУ, факт остается фактом. Первое – производительность. Телефону мало 1 гигабайта оперативки. На какие-то сложные задачи лучше вообще не рассчитывать. Если брать его для музыки, серфинга в интернете, общения и других несложных задач, повторяю, несложных, то за свои деньги ок. И автономность. Батарейка здесь меньше 1500 мАч, поэтому рассчитывайте на 2-2,5 часа экрана. И лучше прикупить какой-нибудь пауэрбэнк, благо выбор сейчас огромный. И самое главное, что телефон отлично держит связь и практически никогда не подводил в навигации, что, конечно же, не может не радовать. Ну и главный вопрос, актуален ли он в 2018 году? Знаете, за свои деньги да, вполне ок. Как основной смартфон со всеми задачами он справляться, к сожалению, не будет. Впрочем, сама компания Apple считает телефон вполне актуальным. Ведь как еще объяснить факт, что телефон спокойно обновится осенью до iOS версии 12? Это, скорее всего, будет последняя доступная версия для смартфона. И да, если хотите видео сравнение скорости работы на трех разных версиях iOS, то напишите в комментариях, поставьте лайк этому ролику, ну и, конечно же, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А на этом все, с вами был Дан Кичак, до встречи! Пока.